Одно я вам скажу про Норвегию, тут холодно. Жестко. И мы ничего не понимаем. Поехали в Турцию, попали на Россию. Попытаемся здесь на какой-то автобус, куда он. Эй, мы идем пешком в поисках автостопа по Норвегии. Мы в Норвегии только нет. Мы в Норвегии. Пока да. Пока. Но, да. Мы так поняли, нам нужен город Лаврик, и до него 20 км. Прямо сейчас будет ехать суперскоростной космический поезд, но мы не пойдем на поезд, потому что у нас нет как бы норвежских корон или крон или что там. У нас есть всего лишь 250 евро на троих, а евро здесь никак не ходит. Обменять мы не смогли, потому что чейндж машины в аэропорту был нерабочий, в общем так вот. Поэтому Норвегия гостеприимно нас встретила. А тут, ребята, очень красиво. Природа просто. Кстати, яблоки. Буйная, да, вон, ну яблоки такие. Сейчас мы поедем, пожалуйста, мы погнали. Норвежский поселок. Вообще домики такие непривычные, в общем-то. И дворы, и все дворы. Все зеленое. Все чисто, идеально. Класс. Тут такое тотальное спокойствие, ребят. Просто жизнь. Ну а мы все идем. Зачем мы это делаем? Ну как бы пешеходы вот здесь не встретили. Это раз. Автобусы тут не ходят по этой дороге. Это два. Ну красиво, не наверх. Значит, мы на правильной дороге, ребят. Да, там вдали какой-то городик. Пацаны, напомните мне, это мы сейчас обошли аэропорт за 3 часа. И пришли тоже еще. И пришли на ту остановку. Сели на поезд и доехали за 3 минуты обратно, блин. Как так вышло, ребята? Но мы не умеем думать. Потому что это очень в Норвегии всякие лаврики и прочее, всякая херня, деньги не поменяют. Просто мы не спали, наверное. У людей на булочек не допросишься. Мы, наверное, просто затупили, пошли в одну сторону, думали, что идем правильно, а оказалось, что мы идем по кругу. В общем, здорово. Да. И теперь мы все-таки ждем этот поезд, на который мы не сели с утра. Который довезет нас на до Лаврика, порт. На порт. Да. Такая вот история и планы, пацаны. Если вы хотите помочь нам, то я там оставлю карту. Будьте любезны. Польскую. Польский номер. Хотя я не могу сейчас с польской карты снять даже 80 злотых, которые там у меня есть. Не знаю, но я буду пытаться дальше это делать. Потому что мы так прикинули, нам на всю дорогу до этого парома и с паромом вместе до Дании должно впритык хватить там 250 евро. Но мы надеемся, что хватит. Как бы. Угу. Вообще, круто же, не? Вчера сидели, думали, решили и поехали. Куда летим? Да на первый попавшийся. Первым был Осло. Вот и мы пролетели в Осло. Да. Три осла. Проходили. Всю ночь на вокзале. Да. В Гданьске. В аэропорту. В аэропорту, да. Полдня на этом аэропорту. Нам уже водила говорит, как он говорит. 7 километров пешей прогулки, чтобы потом приехать обратно за 5 минут на ту же станцию. Водила автобуса говорит хай. Вот, третий раз нас. Хай. Вообще невозмутимый. Да, он. К
кстати, с автостопом тут, ну, вообще никак. Никто не останавливается даже. Только улыбаются. Да. И смотрят. Даже не всегда улыбаются. А останавливаться не останавливаться. Да, мы на пеньке сидели, помидоры кушали. В заброшенном лесу. И нас не подобрали. И копы даже проехали на супертачке. Антуражный такой. И даже не остановились тоже. Так что наш путь для очистки разума, ребят. Поиски души. Ну все, в общем. Мы поняли, короче. Мы в адеквате. История продолжается. Да, мы на волне и движемся вперед. Только вперед, блядь. Да. Кстати. Если есть знакомые у кого-то, то... То хай нам скинет тоже денег. Или... Ну все, да, пока, кстати, пацаны. Есть люди нормальные. Да, кстати. Подогнали бабок. Блин, а реально прикольно. Подошел к мужичку, а такой... Без зубов вообще, ну, типажный, ну, вот натуральный бомж, реально. Подхожу к нему и просто спрашиваю, как нам, блин, доехать до этого лаврика. А он вообще тоже не особо-то меня понял, но изъяснялся он еще хуже, чем понял по-английски. Тем более у него не было зубов, ему тяжело как бы разговаривать. Но, несмотря на все это, он достал 200 крон и дал мне 200 крон. Вот что меня вообще поразило. Он, наверное, просто интуитивно почувствовал, что мы в заднице, как бы. Просто нам надо что-то, чем-то подсобить. Это, пацаны, мы добрались в... Как, господи, это называется город, ну? Как ешь, Кебруга? Я забыл. Короче, город забыли, но добрались, велик по пути нашли его. Город Лаврик. Лаврик. Или Лаврик. Маврик. Прикольный город на самом деле. Или как Ралли. Короче, ну вы поняли, в общем. Ралли, короче. Да, отличный город. Классный. Тут набережная, порт какой-то у них. Кораблики стоят. А у нас велик, да, вот говорю, велик нашли. Забрали, да? Да. А теперь мы пытаемся найти, чем нам отплыть дальше. Через морька. Так что, велик заценили или нет? Я не понял. Четкий вообще, блин. Я бы сам на таком ездил, только у него колеса пустые. И тормоза прогнившие уже. Стоял там себе. Но мы решили его спасти. Да. Он просто нас ждал, вот мы встретили. Да. Хохлы подбирают все, короче, что не так стоит. Но на самом деле мы обычно так не делаем, но тут уж барза пентный байк. Ровер. Вот. А там что-то у них там строится, домики там, в общем, вдали. Итак, панорамка. Смотри, вот это эти штуки, это похоже. Маяк, по которому плывает корабль. Какой именно? Вот эти оранжевые буйки. Ну там явно там какие-то грузовые стоят. Ну, нам нужен паром, по идее. Паромом чуть-чуть скорее. Не видно паромом. Ну мы, в общем, пацаны, мы, в общем, не знаем, где нам ночевать. Мы тут познакомились с полячкой, пока она нам пиццу готовила. И она говорит, что тут нет хостелей, тут есть только отели, они супер дорогие. Мы уже потратили на саму пиццу 300 крон. Это сколько? Ну, примерно это $30, ребят. Пицца была абсолютно никакущая, конечно, но зато ее было много. В общем, тут адски все дорого. Просто так сорваться, приехать без денег сюда, это вообще только могут сделать только безумные люди, типа нас. Как бы никому не советую так поступать, потому что на самом деле мы не знаем, что там дальше, где мы будем ночевать, за какой счет, и даже как нам выехать отсюда.
Вот так вот. Значит. Ну, я думаю, продолжение истории будет скоро. Так что оставайтесь на связи. Оставайтесь с нами. Это какая-то вышка, которая прыгает прям сюда. Красиво здесь. Там домики, обилие домиков видно. Там. А там камни здоровенные тоже, крутые. Вообще природа тут, конечно, вдохновляет. Спокойно и как-то вот. Прям основательно, не знаю, основательно.